много знать и все вам рассказать. Ого! Смотрите, что у нас! Это аквариум! О, у меня есть идея! Сегодня я расскажу вам о плавучести! И о плотности! Плавучесть и плотность! Итак, первое, что нам надо сделать... Ого! Это наполнить аквариум водой. А потом, когда мы наполним его водой, мы вместе отправимся на площадку и наберем разных вещей. А затем мы будем класть все эти вещи в аквариум и сыграем в игру под названием «Утонет или всплывет». Мы будем угадывать, что из этих вещей будет тонуть, а что? Всплывать! Супер! Уверен, это будет так весело! Ого, есть! Добавим еще немного воды! Ой! О! 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 Отлично! Думаю, хватит. Это идеальное количество воды. Теперь принесем несколько вещей и начнем угадывать, будут ли они тонуть или всплывать. Спрыгиваем. Ну вот, мы наконец пришли на площадку. Найдем несколько вещей и посмотрим, будут они тонуть или всплывать. О, смотрите! Похоже, кому-то сегодня везет. Это контейнер. Туда мы положим все, что найдем. Ого! Смотрите! Наш первый предмет – цветок. А точнее, одуванчик. Они ярко-желтые. Раньше я любил их собирать и дарить своей маме. Я говорил: «Это тебе, мама, я тебя люблю». Привет, мам! Я тебя люблю! Ого! Смотрите! Ага! Разноцветные шарики! Это красный шарик. А это фиолетовый шарик. Это зеленый шарик. А это у нас желтый шарик. А это у нас синий шарик! А это у нас оранжевый шарик! Отлично! О, смотрите, сколько здесь шариков! Интересно, они утонут или всплывут? О, гимнастическое бревно! О, что это здесь? Вы видите этот предмет? Посмотрите! Это называется CD! То есть компакт-диск. А на нем надпись «Блиппи». Интересно, оно тонет или нет? Ого! Смотрите! Две сосновые шишки! Шишки падают с деревьев и лежат под ними. Но эти как-то оказались здесь. И теперь мы сможем узнать, утонут они или всплывут. Кладем их в контейнер. Хо-хо-хо, я уронил одну из шишек. И один одуванчик. Вперед! Ой! О, голова закружилась. О, смотрите! Ого! Малярная кисть. Да, малярная кисть. И еще клей. Интересно, они утонут или нет? Что ж, скоро мы это узнаем. Кладем в контейнер. И идем дальше. О, супер! Это же кольца! Я просто обожаю их!
Воу! Ну ладно. О, стоп, что это здесь? Вот тут. Это оранжевые очки, такие же, как у меня. Привет! Привет! Так. О, уверен, вы знаете, что это. Да, это камни. Да, уверен, что уже догадались, утонут они или нет. Но проверить стоит. Да! Мне очень понравилось собирать все эти вещи вместе с вами. Ну что ж, а теперь мы положим их в наш большой аквариум, наполненный водой, и посмотрим, всплывут они или утонут. Начнем с простого. Если вы, конечно, не против. Ага, посмотрите-ка на них. Вот, видите? Да, это все камни. Ого, они очень тяжелые. Ой. В общем, если эти камни тяжелее, чем вода, то есть если их в нее бросить, они должны утонуть. Ну, что вы думаете, они утонут или всплывут? Да! Давайте это проверим. И вот, они тонут. Вы не ошиблись. Итак, вы все видели. Каждый из этих камней утонул. А теперь, пожалуй, попробуем кое-что посложнее. Возьмем... О! Эти яркие шарики. Они не кажутся тяжелыми. Да, они очень легкие. И внутри их находится воздух, да? Итак, вот они какие. О, давайте возьмем синий. Готовы? Как вы думаете, он утонет или всплывет? Сейчас мы посмотрим. Да! Он плавает! Каждый из шариков, внутри которых находится воздух, плавает на водной поверхности. Ну что ж, а теперь попробуем другой предмет. О, мы забыли красный шарик. Да? И он тоже плавает. О, упал. Это клей. О, он такой скользкий, этот клей. Итак, думаете, он утонет или всплывет? Довольно тяжелый. Флакон пластиковый. Ну что ж, кажется, я знаю. Думаете, он утонет или всплывет? Итак, сейчас посмотрим. Ого! Он всплыл на поверхность! Ого! Это так интересно! Ну ладно, продолжим. О, класс! У нас ведь есть одуванчики. О, посмотрите на них, они такие красивые. И они так приятно пахнут. Как вы думаете, одуванчики утонут или всплывут? Если мы хотим это выяснить, нам надо бросить их в аквариум. Готовы? 3, 2, 1. Они не тонут! Вы не ошиблись. Продолжим. О, смотрите. У нас здесь есть еще CD-блиппи. Компакт-диск. Готовы? Как думаете, он утонет? Посмотрим. О! Ого! Компакт-диск медленно утонул. Интересно. Значит, он не плавучий. О, здесь еще несколько вещей. Пара шишек. О, они колючие. Ой, ой! Итак, я их бросаю. У-ху! Они поднялись на поверхность. Продолжим. О, копия моих оранжевых очков. Привет! Привет! Я ничего не вижу! Я снова вижу! Итак, я бросаю. Готовы? Ого! Они тонут! У них большая плотность. Что ж, осталась последняя вещь. О, малярная кисть! Пу-пу-пу! 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 Пу-пу-пу!
Итак, интересно, эта малярная кисть утонет или всплывет? Мне так не терпится. Готовы? 1, 2, 3. О, она плавает! О, я кое-что забыл. Пи-пи-пи-би. Да, смотрите, игрушечный самосвал. О-о-о-о. И в его кузове кое-что есть. Вот, полюбуйтесь. Давайте высыпем это в аквариум. Би-би-би-би-би-би-би-би-би. Итак, воу! Воу! Пшшш! Ого! Ого! Вот так фокус! Этот порошок сделал воду зеленой! Ха-ха-ха! Кавабанга! Вода превратилась в зеленую слизь! Ого! Это будет здорово! Вот так. Сейчас мы все это как следует перемешаем. Ого! О, вода уже становится склизкой. Ого! Это было очень интересно. Мы узнали, какая вещь плавает, а какая тонет. Мы справились. Может, повторим как-нибудь? Если хотите еще раз посмотреть этот выпуск с этими же самыми вещами, введите текст «Блиппи утонет или всплывет». Да! Это была очень веселая игра. Ого! Ого! Посмотрите еще раз. Ого! Просто супер! Ого! Вода превращается в слизь. Привет! Посмотрите, что у меня есть в кармане. Ого! Это моя зубная щетка. Она оранжевого цвета. Думаю, ты знаешь, что сейчас будет. Да! Мы сейчас будем петь песню про чистку зубов. Зубная боль так ужасна. Возьми щетку с тюбиком скорей. Выдави пасты с горошину ты на щетку. Теперь приготовься и повторяй за мной. Итак, у тебя 2 минуты. Начали! Ведем по кругу, 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 кругу. Чистим мы по кругу весь рот. Слева по кругу и справа потом. Сверху по кругу, где еду мы жуем, да-да, всю грязь мы уберем. У нас во рту бактерии живут, им не место тут. Мы зубы чистим из-за них. Давай зубы чисть, давай не ленись. Пусть они сверкают, как снег. Отлично! Мы на полпути! Еще немного! Чистим по кругу, 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 кругу. Чистим мы по кругу весь рот. Свежим дыхание будет теперь, да. Улыбаться ты станешь всегда. Оу-оу. Я зубы чистить люблю. И не забудь про десны ты, а также про язык. Скоро почистим весь рот. Чистим спереди, сзади и по бокам. Вперед, назад и вбок. Спереди, сзади, по бокам. Вперед, назад и вбок. Давай зубы чисть, давай не ленись. Пусть они сверкают, как снег. Давай зубы чисть, давай не ленись. Пусть они сверкают, как снег. Я зубы чистить люблю.
как-то чистить зубы вместе было так весело! Итак, если ты чистишь зубы один раз утром и один раз вечером, мы очень скоро встретимся! Если захочешь почистить зубы вместе со мной, тебе лишь надо найти песню Блиппи про чистку зубов! Да, это я, Блиппи! Что ж, до встречи! Пока! Хочу я много знать и все вам рассказать. Тот, кто учится, не соскучится. Блиппи!